Так, Харьков, 10 декабря 2017 год, площадь Конституции, градусник 13-26 по Киеву. И плюс 10 градусов в декабре в Харькове, очередные температурные рекорды. Удивляло меня плюс 15 15 ноября, что дождемся 10 градусов тепла посредине декабря. Я такого, конечно, не ожидал. Жалко, нет числа. Число есть вон там. Плюс 10 градусов. 13-24. 10-12, 10 декабря, 12 год. Но то, что 2017, можно убедиться по демонстрации палестинцев перед памятником Нике. Протестуют против признания Израилем Иерусалим. Ой, отставить. Против признания Трампом Израиля, столица Израиля и Иерусалима, Господи ты Боже мой. Событие не такое давнее, по-моему, на этой неделе он огласил свое решение, в смысле Трамп. Вон он наш. Скрипач на крыше харьковский. Хотя после последних событий скрипач на крыше выражение вызывает ассоциации больше с Саакашвили. Всем слава и вайкуля и известная песня. Да, значит, градусник это довольно точный, ошибка полградуса. Датчики там Даллас стоят. Ладно, отправимся, наверное, на новогоднюю елку смотреть, сколь бы неуместным она ни казалась при такой температуре. На площадь Свободы. Танчик Mark V. Британские времен начала 20 века и Антанты. Т-34. Будем ждать снега.